Соревнования прошли в спортивном зале «Самбо-70» у 9-й школы. На татами вышли 150 дзюдоистов. Юноши и девушки в весовых категориях от 24 до 55 килограммов и выше боролись за кубки и грамоты в личных зачетах. Каждый спортсмен, выигравший схватку, повысил свой спортивный разряд и получил возможность принять участие в соревнованиях более высокого уровня. Лучшие здесь отберутся, и они будут участвовать на краевых соревнованиях, будут показывать уже результаты там. Надеемся, что тот уровень, который они показали здесь, они могут показать и на краевых соревнованиях. Ближайшие соревнования, на которые отправятся сочинские дзюдоисты, пройдут в январе в Армавире.